Ребята, всем привет! Сегодня мы будем проводить эксперимент. Можно ли запереть ключи в машине Chevrolet Tahoe последней модели? Значит, смотрите, тема какая. Я был у дилера сегодня, у официального. Мне, наконец, починили мой щелкающий руль. И теперь мне скучно, потому что в моей машине работает все. Запчасти шли где-то месяц. И примерно за 5-6 часов мне устранили эту неисправность, за что я им реально благодарен. Но они меня все равно считают говнюком за все те ролики, которые я снял про этот автомобиль. Но зато я встретил владельца такого же автомобиля, только в комплектации ЛТ. Сергей, привет! В комнате ожидания. Значит, он с пробегом 3000 километров уже оказался в сервисе не по своей воле. Я не буду говорить, по какой причине, потому что я не спрашивал у него на то разрешение. Эта информация может быть конфиденциальной. Правильно я произнес слово? В общем, но скажу одно. То, что в комплектации ЛТ отвратительные передние амортизаторы, примерно такие же отвратительные, которые были на моей 900-ке, которые работают только на сжатие, а на отбой выстреливают. Комплектация LTZ, я вам уже говорил, передние амортизаторы и в целом подвеска работают изумительно. В общем, с Сергеем мы разговорились на такую тему. Он говорит, а не боишься ли ты, Григорий, оставить ключи в машине, выйти из нее, и машина сама запрется, потому что здесь же бесключевая система доступа с кнопочками на дверных ручках, вот на таких, ну, такие кнопочки, да, сейчас машина заперта, видите. Я Сергею сказал, конечно, я боюсь, но у меня, к счастью, таких проблем пока не было. И сегодня, после того, как мне машину починили, я заехал на рынок купить фруктов, запер машину, купил фруктов, подошел, открыл, эксперимент, кстати, начался, да, смотрим внимательно, открыл багажник двойным нажатием на брелке, положил фрукты в багажник, сюда в лоток, а в лоток для удобства еще бросил и ключи, все, ключи остались в машине, и я закрыл багажник с кнопки. Что же произошло далее? Далее раздался сигнал. Вот такой. И меня прошиб пот. Я был в шоке. Я подумал, вот оно. Только мы это обсуждали, вот оно произошло. Я подошел к водительской двери и увидел. О май год. Водительская дверь при этом открылась. Таким образом, наш эксперимент... Ну, подведем итоги эксперимента. Невозможно закрыть ключи от Chevrolet Tahoe последней модели в машине, потому что если они там остаются, машина закрывается, багажник, вот, например, а водительская дверь сразу отпирается. Это очень полезная штука. За это я благодарен General Motors, наверное, я уж не знаю, Господу Богу. И теперь вы знаете эту фишку, так что можете сильно не переживать, но обратите внимание, я все равно перестраховываюсь, и даже при этом эксперименте я оставил окно на всякий случай открытым. Ну а с вами был Григорий Пронин, пишите свои комментарии, я счастлив, что мои ролики смотрят, и то, что люди, которые покупают новые Chevrolet Tahoe, уже информационно подкованы и подходят к этому осознанно. Так что, ну, всем привет, Сергею привет, и всем, кто меня смотрит, тоже привет. Ставьте обязательно пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. С вами был Григорий Пронин. Чао!